Привет, я Валерий Привалов. Передо мной смартфон X-Play Fresh. И я только что прошился новой прошивкой Micromax A120 KitKat. Прошивка закончилась успехом. И сейчас произведу первое включение. Первоначальный ход системы. Самый главный недостаток этой прошивки – отсутствие поддержки русского языка. И перед нами вот такая картинка веселая. Здесь меня прежде всего интересует камера. Она оказалась точно такой же, как на версии 1.0, но с небольшим отличием. Вот здесь у меня есть фотографии, сделанные этой камерой. И если посмотрим размер, то размер оказался 4,53 мегабайта, что в 3 раза превышает размер фото на версии 1.0.0. Также снимает полный фул видео. Еще хорошее изменение в галерее. Галерея предстает в таком виде. Есть расширенные настроечки, разное отображение. Ну, в общем-то, все хорошо. Из других изменений как бы особо ничего нету. Единственное, что язык только английский. Частично можно сделать перевод, установив приложение с Play Market Locally. Клавиатура, в общем-то, тоже не проблема. Можно в настройках установить языки ввода. Вот я уже установил русский и английский. Они присутствуют. Ну и в конце я установил сторонний лаунчер KitKat. Данный лаунчер меня устраивает больше, так как имеет более широкие настройки. Также я установил STR Recovery, потому что родной не справляется со своими функциями и кроме вайпов ничего не умеет делать. И сейчас как бы продемонстрирую его в действии. Вход в меню Recovery немножко отличается. Для этого надо нажать кнопку звука верхний край и нижний двумя пальцами и нажать кнопку питания. Появляется такое небольшое меню, и надо нажать верхнюю кнопку. Верхний край кнопки звука. И вот перед нами меню Recovery. У меня оно вот несколько такое, называется STR Recovery. Что аналогично модифицированной рекавери. Только можно пользоваться прикосновениями. Ну вот здесь можно сделать вайп. Что мы сейчас и сделаем. Подтверждаем. Процесс пошел. Вайп комплет. Возвращение кнопками возврата. Также можно бэкап. Восстановление. Вот если мы нажмем, появляется папка с бэкапом. И нажав на нее, подтверждаем рестори. Этот процесс займет несколько больше времени. Восстановление закончено. Возвращаемся на главное окно. И ребут, загрузка. Также нельзя не отметить, что установлено много приложений всевозможных. Некоторых пользователей не могут заинтересовать.
Рутируется телефон довольно-таки тяжело. И если King рутом без проблем, но такой рут не всех приложений устраивает, то SuperSU я установил уже при великим трудом. И это совсем другая история. Вот с такой интересной прошивкой я хотел сегодня вас познакомить. На этом заканчиваю. Всего доброго.